Это новости на Первом Ярославском, и мы продолжаем. Проект «Главы региона. Решаем вместе» набирает обороты. Сейчас во всех муниципальных районах проходят встречи с жителями. Одна из таких касалась судьбы футбольного поля на стадионе «Взлет» в Рыбинске. Вот уже около полутора лет объект закрыт. Как отмечают депутаты, искусственное покрытие в рабочем состоянии. Но территория вокруг площадки неблагоустроена. Здесь нет освещения, ограждений, даже трибун для болельщиков. На все это требуется порядка 7 миллионов рублей. Получить их можно через программу «Решаем вместе». Первый шаг уже сделан. Рыбинцы проголосовали за внесение этого объекта в общий список. Сам губернаторский проект «Решаем вместе» нацелен на то, что все инициативы обсуждаются жителями, проходят конкурсный отбор. То есть это вот один из проектов, который в данном случае будет рассматриваться. В целом по городу Рыбинску порядка более 60 собраний будет проведено. На настоящий момент проведено 59 собраний.